период пандемии особое значение приобрела помощь волонтеров. Так, в Казанском районе 2 года работают отряды добровольцев. Один из них в Центре социального обслуживания населения, другой в Казанском центре развития детей. Нет, я имею в виду... За январь 2022 года более 35 человек воспользовались нашими услугами. Все поступившие заявки у нас были выполнены. На данный момент пока наших сил волонтерских хватает. Мы работаем по заявкам не только жителями нашего села, но и жителями удаленных местностей. Сейчас вновь стала востребованной услуга доставки лекарств на дом. Их волонтеры Казанского центра развития детей привозят тем, кто ограничен в передвижении. Это пенсионеры, инвалиды и, конечно, те, кто на больничном. Выписываем по телефону, и они привозят. Удобно. Никуда не надо ни ехать, ни дышать ни с кем вместе. В общем, удобно.